Олег, только не метло! Попомните мои слова. Вы еще все пожалеете. Вы пожалеете, что встали у меня на пути. А ведь когда-то я был так популярен. Так, стоп, нет, не эти воспоминания. Что-то я замечтался. Может, успокоиться и жить в мире со всеми? Да не, бред какой-то. Месть — это блюдо, которое подается в холодном пайнце. Мейбл, ты уверена, что нам стоило срываться из города ради того, чтобы приехать сюда, в лес, в Хэллоуин? Диппер, не будь таким занудой. Я же не виновата, что так неотразимо. Тот красавчик писал, что ему не терпится встретиться со мной. А вообще, если не хотел, то мог бы и не ехать со мной. Да я бы и не поехал. Но письмо выглядело слишком подозрительно. Да и меня не покидает странное чувство, будто должно произойти что-то плохое. Гидеон? Это ты, а я-то надеялась. А вот и последний кусочек пазла сам пожаловал. Мейбл, мы уходим. Лучше бы тебе не дергаться, дорогуша. Не хотелось бы повредить эту шейку. Думаю, ты знаешь, что делать, Байнс. Ну, держи, сига черная, я покажу вам, как с ними по-моему дело имеет. У тебя здесь нет власти. Возможно, в прошлый раз я поддался вам. Но я тоже учусь на своих ошибках. В этот раз моя компания слишком горяча для тебя, ведь их огонь горит в самом аду. Для чего мы здесь? Это до хорошего не доведет. Это всего лишь пикник и попытка адаптировать горячо любимых грешников к обычной жизни. Добро пожаловать, мой дорогой друг. Рад, что ты согласился на сотрудничество. Я был польщен получить такое приглашение. В конце концов, этому миру несколько не хватает радиоволн. Ну, раз вы пока наводите тут свои порядки, то я пойду прогуляюсь. Не скучайте, мальчики. Муа. Тогда начнем. Кажется, очень устал. Отдохни, сосна. Ну что же, начинаем вещание на полную громкость. Талант, мой друг. У меня был хороший вдохновитель. В конце концов, водой вести эфир не так уж интересно. Нужно расширять кругозор. Этот мир никогда и представить не мог такой катастрофы. Если мы будем править вместе, то будем непобедимы. Но не сказал бы, что меня интересует именно власть. Можете считать это вложением в мое стабильное саморазвлечение. А я говорила, ничем хорошим это не закончится. Я должна была к тебе прислушаться. Я только хотела рая для грешников. Я просто хотела найти любовь всей своей жизни! Все как всегда, но я уже понял, что ситуация не айс. Здесь не ценят мою красоту, а горячих можно считать по пальцам руки. Одной! Надо что-то делать, дамочки! Нам нужен диппер и дневник. Они всегда в комплекте. Нам нужно их отвлечь. И
я займусь угловатым. Как думаешь, дорогуша, если бы Алстер захотел тебя победить, он бы смог? Его многие у нас боятся. Отнюдь! Я демон разума, самовоплощение галактического хаоса! Он зачем-то подозвал Энджела. Причем не первый раз. Не нравится мне это. Они явно что-то замышляют. По дороге сюда я увидел пропавший дорожный знак. Так вот он где. Конечно! Это же был знак с оленем, а олень здесь ты! Юмор такой же плоский, как и ты сам. Зато мои шутки слушают не только в маршрутках, ведь только там и осталось радио. Зачем я здесь? Напоминание всем не связываться с радиодемоном. Диппер! Диппер! Да очни же ты! Всю революцию так проспишь! Корпус Левитус, вот еще Диабло Доминус, Мандавитио! Ты отнял все! Все, что у меня было! Я даже не знаю, кто ты. Ладно, народ, расходимся, пока снова в камень не превратили. Веселого здесь не осталось. Эй, я тут что, зря наряжался? Your poison, I'll be my